На улице Ленина, 134, обустроили новую детскую площадку. По этому адресу проведен комплекс благоустроительных работ. На детской площадке установлены 4 игровых элемента, включая карусель для детей с ограниченными возможностями здоровья. Установлен антивандальный шахматный стол. Проведены выравнивание грунта, подсыпка черноземом, установка покрытия, озеленение. Установлены лавочки и урны анатомической формы. Дети из солнечного городка подготовили творческие номера. Вместе с ребятами, которые живут в этом доме, они уже опробовали карусели, качели и песочницу в деле. Теперь ухаживать за этой территорией будут не только жители, но и участники движения «Молодая гвардия». За последние месяцы этот дом и территория вокруг заметно преобразились. Был выполнен капитальный ремонт фасада и входных групп. Проведены масштабные работы по очистке канализации, дезинфекции подвалов, освобождены от кирпичей общие балконы. Предстоят и другие работы, которые будут проведены совместно с управляющей компанией. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».